Че, будем пробовать с скрипками, как вы думаете? С фиолетовыми пробивами и магазинами. Хотите, нет? Ужас какой, пойдем. Таков путь мандалорца, давайте. Нам нужно будет долго бегать. Если сейчас были в данже крики «Мама!», почти убили. Я тупо переставлю обвесы с хаммера. Вы извращенцы, а? Давай, делаем, короче. Сольем да сольем. Лёва, фигарь, прогноз. Пройдем ли мы данж? Пройдем ли мы данж хотя бы с одним выжившим, ну или как. Вот сколько, интересно, нам нужно патриков на троих? Под полтора косаря, наверное, не хватит, да? 2000 нужно брать. Нет, полторы тысячи на каждого вам хватит. Да? Вы же еще там пополните их, да. Прогноз пошел, пройдем ли мы данж с скрипками, минута. Тупое говно. Можете ставить. Тупого говна. Типы бегут? 195 сверху. Найс вай. Камеры. Ой, бля. Адвокат. Скипаем или деремся? На нутроне. Да скипаем, погнали. Аккуратно пройдем. Мы если пройдем справа, они могут нас не услышать. Нутрон фармит. Чё мы им со скрипками сделаем? Бежим, 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 бежим. Имба, конечно, но... придется сближаться с ними, чё-то вообще нет желания. Патронов взяли с запасом? Ну я 1750 взял патриков. У меня 2200. Плюс 500 патров будет внутри данжа. На самом деле это херово, нам придется, наверное, сбрасывать патроны перед спрыгом в данж, чтобы мы двигались быстро. Иначе нас мобы будут быстро догонять, прессовать. Да, да, перед спрыгом прям в дырку кидаем вниз патроны. Убиваем, потом возвращаемся, патроны забираем. После того, как я увидел чит за 10 тысяч, который на стриме не виден и не палится, если прям не гасится, я не верю таким людям. Не, я могу сказать 100%, что Дельта не софтер. Если речь об этом. Я думал, вот-вот уже должен был взорваться. Чуть-чуть в лазер не попал. Тайминги в голове. Туда свою в левоту закинул. Это хорошо? Пиздец, короче, нам. Не, нормально собака упала, быстро. Согласен, Антоха. В софте в такой игре совершенно смысла нет. Совершенно. Ну, только ради заработка, но не знаю, немного, мне кажется, в своей жизни на этой игре не заработают. Но нервишек подпортили знатно нам. Так, я патроны скидываю. Косарь, на пол. Я побежал. Что? Я двух гремучников усилил. Тут... Главное собак, гремучников, а потом джефов, да. По дефолту, все то же самое, как с другим оружием, разницы нет. Отдачу, правда, контролировать. Я собак почистил. Ну, вроде нормально идет. Без особых проблем. У меня от такой стрельбы аж патроны шпилька залагивают ваши. Они так. Все, все, он мертв. Дай на добив-то. Где там мои патроны? Куда я их здесь скидывал? Где спрыгнул? Где? В самом начале, пойдем. Где вход? Я тоже потерял. Вот, вон они лежат, кучка. Ага, все, а, понял. Ну 300 из 2000 ушло, блядь. Ой, из 2300. Ну собак, кстати, нормально бреет. Гремучника с две обоймы, если все попадает. Вблизи, так а сейчас с собой. Вроде как. Да.
Все? Let's go. Снимаемся, столько уже можно. О, нифига себе, ключи заспаунились. Если ключи заспаунились, возможно, мобы появятся. А я посмотрю. Но это не точно. Сейчас проверим. Да, чё мне с броней? Тактическая вроде. Как-то медленно восстанавливается дыхалка. Слишком толстый. Тактическая, она же не скорость восстановления, а именно... Скребок еще один упал. Тактическая тебе увеличивает количество стамины, и поэтому тебе кажется, что он тебя медленно восстанавливает. У тебя ее просто больше. Мобики есть. Да. Понял. Стой, не взрывай. Если клещи заспаунили, значит, могу будет. Ебать, мне сейчас уши взорвутся. Патроны прям вот так вот улетают. Болят от такого света. Ужас. Они в ужасе. Вы видели? Нет. Тройной кульбит гремучника. Пластина только. Не, нога тоже есть. Ладно, я ради тебя попробую запрыгнуть. Че, Патрики скину? У меня типа уже веса просто меньше 250. Ой, не с того я прыгаю. А в этом же жали, да, должен? А, да. Но зеленый бедолаг нам опять ничего не принес. А может понаблюдать за твоими подругами? А, вот откуда. Почти. Сейчас запрыгнет. А если я вот сяду? Не-не, бесполезно, не надо. Можешь не сидеть даже. Я пробил дорогу. Так, я отталкиваюсь не от того пикселя. Нужно вот именно самый последний выбрать. Вот с последнего оттолкнусь и запрыгну. Недавно может, за головой это там... летал. Они, может, там зацеп убрали вообще? Не-не, да я же вот пару дней назад буквально запрыгнул. Патроны есть в самом верхнем ящике, 250 штук. О, запрыгнул. На ногу. Ю-ху. Может, пластины еще нужны? На бабки. Покушать. Братишка мне покушать принес, да? Опа, а это что за молодой красивый тут закряхтел? Что ты за человек? Да вы задолбали. На гранату. В оружейном? Бэм! У меня, кстати, один яд есть. На снайперку.
Ой. Жопа кипит. Да. Да. Хилки кому надо, все, господи. Софтеры вчера меня достали. Три катки подряд пенили. Привет, Криган. Оборзевшие суки мешают обычным честным игрокам наслаждаться игрой. Да, есть что-то. Ну вот же крюк из справа прям. Жутко. Ну здесь мне просто нужно одному стрелять. Но просто Мемиху попадая прямо не сможет выйти. Пусть соло стреляет пока. Хаджи, это комната с батарейками. Нужно собрать три батарейки и открыть комнату. Да-да-да, плюйся давай. Мимо. Пока все по плану, Дорадос. Мимо. И броньку мне почти не сломали. И у меня запасная есть зеленая, это что? Даже проще вам так. Давай туда яд закинуть поглубже. Может, поможет как-то ускорить. Давай. Ой-ой-ой. Чисто, блядь. Только не говоришь, что у тебя еще и задание было со снайперской винтовки убить Джеффа. А, нет. Да, это было. Нас убили, погнали помогать. Джефф справа. Че, собаки еще должны появиться в игре? Угу. Ой, я пошел отсюда. Блять. Мацу, если что, на поверхность повыше забирайся, пониже. Повыше, пониже. Сзади. Спрыгивай вниз. Вниз спрыгивай. Ё-моё. Даже не совсем кончил. Он меня размахнулся. Он тебя ударил? Да, он меня бил, а не тебя. Нет, он бил под меня. Не, меня ударил. Он спиной ударил меня. Ты будешь? Нет, это... Че, цветок не хилит, да? Не хилит цветок. У меня 900 патронов. Хватит, наверное. У меня 1100. 1200. Могу так дать. Да, нам хватит. Ну, я да, пока сидел последний, там, этого, последний да. Этаж остался, ребят. Только вот на крушилу... Короче, до крушилы сильно патроны не расходуем. Стреляем точечно. Может не хватить. Он же бронированный. Найди
белого вынести? Если они у меня есть, я выносил. Может быть, у меня не осталось уже их. Супер кайф. Данс близко. Ой, данс. Два близко. Мы просто уложим все время со шкрипцами. Да, да. Че, прыгаем? Да. Так, 690. Косарь. Что, на, нас так, забери у меня так. Давай. Спасибо. Че ты красным фонариком светишь по воде? Я не знаю. Слышишь? О, у тебя тоже, да. У меня тоже красный? Да, тут. Да. У меня мой белый. Пойдем на ногу посадим, и три обоймы сразу влупим. Нормально идет, кстати. Я думал, будет. Да, по ноге же. Ау! Похили сразу. Что? Нет, это сразу. А вам приятно, что мы могли? No. Ура! Ну чё, поздравляю. Минимальный лут. Да. Считай, что бурю ещё добавил. Гарант, да? Где-то гарант. Чё? А? Нихуя не слышно. Скажи, не стреляй. Сердце гарантом падает? Сердце гарантом падает. Сердце и шкура гарант, да. Всегда. Одна шкура и одно сердце. Ну чё, поздравляю. Мы справились. Электрик. Вот? Нет, две ноги белого тут стоит. Да, да, у меня сколько много раз две. У меня вроде бы одна на базе есть. Я же сказал бесплатно, просто так. Спасибо, волчок. Пазик с глушителем. Лучшее. Зеленый шлем. Блять, ну лук, конечно. Спасибо огромное. Мое почтение. Зеленая каска упала. У меня фулл сет зеленый. Второй слот, фазик нужен кому? У меня болт. Какой фазик? Ты будешь цепляться? Охренеть, вам не повезло? Почему? Из-за лута, наверное. Ой. Нет, лут говна вообще супер. И у меня... И сколько данжи прошел? У меня за все данжи упал вот кор. Единственное, чем я могу похвастаться, наверное. Но это был данж, наверное, сотый. Я очень много данжи прошел в первом сезоне. У меня вот в последнем данже первого сезона упал кор. Больше ничего не было. Скрипки, бульдоги, скрабы. Ну, классика.
Все, что падает, и вам. Помню, с альфа крушила 4 шкуры было. Да, вот при мне тоже было 4 шкуры. Но шкура это тоже расходник. Вот если бы 2-3 плоти упало. Это кайфарики. 15 мин. Я, наверное, пойду на производство, схожу этого, открою, как его. Надзиратели. А там же были типы. Же... Как они были там когда? Да будет. Думаешь, обновилось, да? Ну, конечно. Тем более, вот туда на гетермалку на ивок. Сервак закрывается, людей новых не высаживает, так что. О, ну, зеленая сумка. Так. Я фул зеленый сет золотал, поэтому. Есть повод для небольшой гордости. Смотри. Голова. Голову собирай! Где, блядь, не вижу. Че голова? Где нет головы у меня? Я испугался, что мы не успеем. А какой обычный был гремучник? Да, да. Блин. А, нужна же этого. Беленького. А, тогда можно продавать. Почему? На ВХ-шлем обычная голова. Обычная разве? Да. Ну, я могу отдать, типа, я сам не собираюсь. Оставь! У меня есть. Че, закрываем прогноз? Отлично сработано, ребятки. Давайте завтра не придем. Возьмем отгул на денек. Слушайте, в нас верили люди. Че, я не успел поставить свои 15 тысяч. Айда, проспекторы. Сколько нет было? 5 человек, но там баллов немного. Короче, 82% на 18%. Нет, хотели подфармить. И мне это не удалось, к сожалению. Ах ты нас не верил, уходи отсюда, разбойник. Тот, кто предложил, нас не поверил. А, так это был байт на фарм очков. Не, я верил вас, но просто хотел начать. Не просто так все пошло.